Итак, у нас начинается фиксакофе. Фиксакофе начинается. И водичка проливается. Что там, льется она? Льется! 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 Сегодня я заказал в Метро вот эти сливки БМК, Брянского молочного комбината. Мне казалось, что они хорошие. Сейчас проверим их в деле. Ну, в смысле, я всегда раньше на них готовил, было вкусно. Вкуснее, чем на всех остальных. Сейчас проверим, так ли это на самом деле. Так, что у нас дальше? Хуяк. Аня, давай еще кофе, этого мало. Хотя... Подожди, ладно. Маловато будет. Надо что-то смешать еще. Слышишь? Или может хватит? Вот, посмотри. Хватит. Ну ладно, давай, пока так оставим. Ну мне кажется, что маловато будет. Ладно, будет такой жиденький кофе. Попьем жиденько. Ну, вернее, оно будет не жиденько, а не очень крепко. Отойди. Ладно, я уже заложил, может не сказать. Просто налью поменьше экспресс. Пицца кофе наливается, и Сережа улыбается. Вот экспресса проливается, будет скоро капучино. Хо-хо-хо. Капучино – веская причина взбодриться с утрачка, с утречка после рачка, с утрачка после рачка. Амухаха! Амухаха! Ой, хотя правильно, да. Рука автоматически потянулась к пару. И это она правильно сделала. Порог. Ждем сейчас, когда пробьет порог. Когда через панареллу прольется пар. Слушай, а почему она не закрыта? Или она была не закрыта? Ты отливала, что ли, сливки? Ну давай, пробивай порог, пробивай, пробивай. Пробивай порог! Давай, лейся, лейся на просторе. Знаешь, мне ответили с почты, но какой-то отпиской. Сейчас я им сразу написал, что мне пишется какую-то отписку. Так. Лихтенштейн. Сливки Брянского молочного комбината будем сейчас юзать, 10%. Я вам сейчас устрою раф. Раф тибидов. Тибидов. Роф тибидов. Раф тибидов. Раф тибидов. Сливки варятся, я держу руку на пульсе. На пульсе взбивания сливок. Хорошо взбивают, я смотрю, уже высоко взбились. Что значит сливки Брянского молочного комбината? Но если они меня обманут сегодня, я на них возлагаю большие дегустационные надежды. Ну, потому что я уже раньше делал. О, уже горячо становится. А-а-а, становится горячо. Все, не могу держать. Вырубай. В Рубинштейн. Улица в Рубинштейна. Ну что ж, сбилось порядочно.
где-то даже 450. Да, 450 миллилитров из 200, нормально. О, шапочку нарисуем. Будем жить. Нарисуем кепку, будем жить и не тужить. Латте арт. Латте арта вам всем в хату. На. Горячий. Подожди. Показать, что там получилось. О, любуйтесь.